хронику чрезвычайных событий минувшей ночи открывает пожар, который произошел в центральной части города. На улице Калинина по неустановленным пока причинам вспыхнул киоск по реализации продукции Хабаровской птицефабрики. По словам очевидцев, торговая точка разгорелась достаточно быстро, а через несколько минут пламя перекинулось и на соседние ларьки, в одном из которых находился продавец. О происходящем мужчина не подозревал до последнего. Ну, человек сказал, я внутри был, да? Но человек сказал, что горит ваше ларек. Я сразу вышел, смотрю, уже соседний ларек горит. Столб пламени пожарные сбили за считанные минуты. Спасти удалось только один из трех киосков. Огонь успел повредить только небольшую часть внешней боковой стены. Торговая точка, в которой начался пожар, оказалась уничтожена полностью, как снаружи, так и снутри. Учитывая, что перед праздником Светлой Пасхи куриные яйца, пожалуй, самый ходовой товар, можно смело говорить о весьма больших убытках, которые понес владелец бизнеса. В группе неликвидного товара оказались овощи и фрукты, которые продавались в соседнем киоске. Пожар спасатели ликвидировали менее чем за час. Причину возгорания будут устанавливать эксперты. Владелец сгоревшего дотла киоска обвинять в случившемся поджигателе не спешит. Не исключено, что причиной стала халатность электриков, которые два дня назад меняли здесь проводку. А около полуночи автоинспекторы преследовали водителя Subaru Impreza, который, спровоцировав ДТП, скрылся с места аварии. Искомую машину полицейские заметили на улице Воронежской спустя 10 минут после инцидента. Водитель, лихо лавируя между попутными машинами, не желал останавливаться, хотя патрульную машину позади себя, несомненно, видел. Скрыться от преследователей нарушитель решил на неосвещенной дороге в районе завода ЖБИ-4. По бетонному покрытию старая иномарка мчалась на пределе своих возможностей. Из-под капота валил густой дым. Остановил водителя только забор и снежный бруствер, куда машина заскочила, словно на постамент. Давай останавливайся, хватит гонять. Ворота, наверное, упрятся. Далеко не уедешь. За ними не захлопнулись? Давай, Димасик. В машине находились два уроженца Узбекистана, которые в краевой столице трудятся в автомоечном комплексе. Subaru принадлежит одному из клиентов, который на ночь оставил свою машину в сервисе. Помимо того, что приятели фактически угнали иномарку, оба были еще и пьяны. Авария, в которую задержанные попали за 10 минут до погони, произошла на улице Карла Маркса в районе торгового центра «Дом одежды». Узбек умудрился дважды врезаться в заднюю часть попутной машины. Удар в заднюю часть «Тойоты Короллы» последовал после того, как ее водитель остановился на перекрестке на красный сигнал светофора. А дальше все словно в анекдоте. Ударили один раз, назад отъехали и снова ударили один раз. И потом уезжали. Свою вину задержанные не отрицали.